декабре 1947 года основана команда «Держини». И на стадионе ЧТЗ уже проходят первые матчи. Челябинский «Авангард» впервые в истории в международном матче принимает сборную ГДР. С уверенной победой, товарищи! Счет 2-2, и Белоусов исполняет штрафной бросок. «Трактор» завоевывает бронзу в матче с рижским «Динамо». Третьего периода при счете 2-2 ЦСКА забивает в Челябинске. «Шайбу не считать», говорят духи. Но все-таки 2-3. Болельщики блокируют выезд автобуса за «Армейцев». Этот матч точно останется в истории. Под руководством Валерия Белоусова 2 года подряд «Трактор» завоевывает бронзовые медали чемпионата МХЛ. Пожалуй, это одна из самых успешных команд в истории клуба. Просто невероятно! Челябинский аэропорт заполнен болельщиками. Под руководством Геннадия Цигурова спустя 7 лет «Трактор» выходит в Суперлигу. Ярчайшая победа наших парней на чемпионате мира. Кузнецов, Бульдаков, канадцы в финале пошли на выход. Это финал Востока! Второй раз за 4 года «Трактор» Анвара Гадиатуллина берет бронзу чемпионата КХЛ в серии «Салавата» Пилаева. Поздравляем, Челябинск! В чем наша история? Менялись игроки, тренеры, названия, эмблемы. Оставалось лишь желание быть первыми. В каждом эпизоде, в новом сезоне. Мы должны быть на вершине, с теми, кто блистает сейчас. За тех, кто блистал на площадке, а теперь только в наших сердцах. И верим вместе с вами, что заветный трофей мы поднимем над головами. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.